الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. Уважаемые братья и сестры, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Я приветствую вас с приветствием ислама. На прошлой передаче мы с вами говорили о мирской жизни. То, что мирская жизнь — это есть забава для людей. Естественно, мирская жизнь, она может быть как порицаемой, также может быть и восхваляемой. И та мирская жизнь, в которой человек поклоняется Всевышнему Аллаху, который человек устанавливает для себя средством приближения к Аллаху, посредством своих поклонений, служений Всевышнему Богу, то такая дунья, такая мирская жизнь, она считается, естественно, хорошей, она не является плохой, если эта мирская жизнь служит средством приближения к Всевышнему Аллаху. Но, к сожалению, мы наблюдаем сейчас в нынешнем мире, что эта дунья, эта мирская жизнь, она для нас является украшением, для нас является забавой. Мы являемся рабами, к сожалению, своих страстей и похоти. И, естественно, такая мирская жизнь никогда не приведет нас к основной и истинной цели, которой является Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. И, конечно же, наша задача именно смотреть на эту мирскую жизнь как на посредника, который потенциально может приблизить нас к Всевышнему Аллаху. И только тогда эта дунья, эта мирская жизнь, она будет считаться ад-дунья, которую называют мамдуха. Мамдуха, то есть восхваляемая, которая действительно стоит чего-то. Почему? Потому что она приближает тебя к Богу, потому что она служит средством приближения к Богу. Но, к сожалению, как я уже сказал, тяжело сделать так, чтобы эта мирская жизнь действительно не служила целью, а служила лишь дорогой в совершенство. К совершенству. И, конечно же, если мы обратимся к Корану, то увидим, что Всевышний Аллах описывает эти пять этапов. Аллах говорит: «Э'ламу аннама аль-хаяту ад-дунья ла'ибу». То есть говорится, что знайте то, что эта жизнь является лишь игрой, валяхфун, потехой. То есть это первая степень, когда человек только приходит в эту жизнь, будучи младенцем, для него все кажется забавой, потехой, он играется своего рода, да? И для него эта жизнь всего лишь, скажем так, как игра, подобно кукле. Есть потеха, есть игра. И дальше говорит: «Вазинатун». Вазинатун, то есть эта жизнь является зинатун. Зинатун, то есть украшением. Украшением является, когда мы воспринимаем уже как украшение. Именно это можно назвать период от 20 лет до 30 лет, когда эта жизнь для нас является всего лишь украшением, и мы следим за, скажем так, внешностью, любим красивые вещи, любим красиво одеваться, вот придаем именно этому большое значение. И дальше Аллах говорит: «Ватафахурум бейнакум», и является также похвальбой. Похвальбой. Это с 30 до 40 лет, когда
человек уже начинает гордиться тем, что он, допустим, зарабатывает больше, тем, что у него бизнес, то, что у него все хорошо, благополучно и так далее. И как будто между людьми своего рода становится какое-то соревнование, в котором они соревнуются, кто больше заработает, кто, скажем так, больше сделает и так далее. Да? То есть. И дальше говорит «Ватакатурум филь амваль валь аулад». Это уже от 40 и дальше, как бы следующий этап, можно сказать, пятый этап, когда человек уже, скажем так, старается больше, скажем так, заработать, больше всех заработать, предположим так, и копить то, что вот он зарабатывает, все это копит, и, скажем так, также желает много детей, внуков и так далее. Да? То есть это есть пять стадий, которые человек проходит, начиная от именно младенчества, заканчивая именно преклонным возрастом. Это все эти пять этапов Всевышний Аллах расписывает. В каждом этапе, в каждой стадии, чего хочет добиться человек. В любом случае, что бы это ни было, мы видим, что это все есть именно желание приобрести именно эту жизнь, то есть эту мирскую жизнь, именно развиваться в этой мирской жизни. И эти люди забывают о следующей жизни. То есть они берут эту жизнь как цель, рассматривают ее именно как конечную цель, а не как средство, посредством которого они смогли бы приблизиться к Всевышнему Аллаху. Вот. И поэтому, конечно же, человек должен все-таки очнуться от того невежества, в котором он находится, понять, что на самом деле эта жизнь, она как бы скоро закончится. Это нам иногда кажется, что я проживу 50 лет, 60 лет, 30 лет. Во-первых, никто не дает гарантию, что вы завтра сможете прожить. Никто не может поклясться Всевышним, никто не может дать стопроцентную гарантию, то, что он будет жить и все будет в его жизни благополучно. Каждый час, каждый миг мы должны знать, что Всевышний Аллах может забрать нашу душу. И уже тогда мы предстанем перед Всевышним и будем отвечать за все свои поступки, которые мы совершали. Поэтому человек должен обратить на это внимание. Обратив на это внимание, это будет его мотивировать к тому, чтобы он все-таки нашел и стремился к истинной цели. Цель-то одна — добиться совершенства, того совершенства, которое предписал Всевышний человеку. Не то совершенство, которое вы называете совершенством, которое вы воспринимаете как совершенство. Нет. Совершенство — это то, о чем диктует религия, о чем говорит религия. А религия говорит, что быть совершенным, в первую очередь, если человек хочет стать совершенным, то ключом к этому всему является сам Всевышний Аллах, именно религия. То есть религия является, скажем так, стимулом совершения, совершенства и ключом, загадочным ключом, который ведет именно к совершенству. Поэтому без религии мы не сможем добиться этого совершенства, да? Этого пика, этой конечной цели. Поэтому, братья и сестры, вы должны для себя это подчеркнуть, знать, что на самом деле эта дунья, она временна, и нету от нее пользы, кроме тех случаев, когда она служит средством того, чтобы именно познать Всевышнего Аллаха, именно быть его истинным рабом. Конечно же, относительно порицания дунья, мирской жизни, у нас существуют хадисы, что на самом деле эта дунья не имеет цены, даже кроша цены. То есть она на самом деле ничтожна.
И как говорил сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, говорил, что «Лау канат ад-дунья та'дилу инда Аллах джанаха ба'удатин, ма суқия кафира мин хашарбата май». И говорил, что если бы эта жизнь, она приравнялась бы перед Всевышним Аллахом именно крыльям комара, маленького комара, если бы она приравнялась с крыльями комара перед Всевышним Аллахом, была бы равна именно крылу комара, то Всевышний Аллах никогда не напоил бы в этой жизни кафира, даже не дал бы ему глотку, скажем так, глоток воды выпить, если бы действительно эта жизнь имела какую-то ценность. Понимаете? Некоторые люди говорят, почему Всевышний Аллах мне не дает? Почему эту мирскую жизнь Аллах дает другому? Почему нам, верующим людям, Аллах не дает эту мирскую жизнь так, как Он дал неверующим людям, которые отрицают Бога, которые не верят в Него? Так дело в том, что вы знаете, что перед Всевышним Аллахом эта дунья, эта мирская жизнь, она не имеет цены. Если бы она хотя бы была равна именно крылышку, была подобна бы крылышку именно комара, то Всевышний Аллах никогда бы не дал кафиру, неверующему человеку, испить из нее воды, глоток воды, выпить глоток воды из этой дунья, из этой мирской жизни, никогда не дал бы. Это свидетельствует о чем? Это свидетельствует о том, что эта жизнь не имеет никакой цены, она ничтожна. Она лишь является, скажем так, средством. И опять же, вы можете сделать это дунья мамдуха, но также вы можете сделать это дунья мадмума. То есть можете сделать ее как восхваляемой, похвальной, которая действительно является хорошей, неплохой, но вы можете сделать также ее порицаемой. Все зависит от того, что будет эта жизнь для вас целью или же средством приближения. Это все зависит от вас. На этом я с вами прощаюсь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах, Аллах, вальхамду лиллах. Аллаху я Аллах, субхан Аллах. Аллаху я Аллах, вальхамду лиллах. Аллаху я Аллах, субхан Аллах.